Одной из особенностей отделки является уникальная система электронного доступа в помещение по биометрии. Чужой не пройдет, а свой зайдет в любое время суток. В бизнес-центре «Капитал» это возможно. В Барнауле заработал новый торгово-офисный центр, где комфорт арендаторов ставят во главу угла и создают для них все условия. Увеличенный оконный проем, радиаторы, горизонтальная разводка отопления, антивандальные обои белоснежные, они специально под покраску. Первый этаж отдан под торговлю, три остальных – 48 офисных помещений с продуманной планировкой, где может с комфортом разместиться и небольшая компания, и даже производство. Будущим собственникам и арендаторам обещают, что здесь они будут заниматься исключительно работой, а обслуживание возьмет на себя своя сервисная компания. Заказ воды, канцелярские услуги, вызвать, условно говоря, сантехника, либо системного администратора, различные курьерские услуги, бухгалтерское сопровождение. Часть инвесторов действительно разместились здесь из-за собственного сервиса. Владельцы торгового центра отмечают, что вкусы инвесторов меняются и смещаются с жилой недвижимости на коммерческую, где арендная ставка выше в среднем в 1,5–2 раза. А уникальная возможность покупки здесь отдельного офиса привлекает не только юридические лица. В целом в городе Барнауле и в частности в центральной части города приобрести штучно офисные помещения практически невозможно. Кроме юридических лиц у нас также приобретают помещения физические лица, и в первую очередь они это делают для сдачи в аренду. Приобретают помещения под себя, и третий момент – они приобретают на перепродажу данные помещения. Для комфорта арендаторов территория парковки закрыта, на террасе центра скоро высадят деревья, а для собственников помещения разрабатывают приложение для удобства связи с сервисной компанией. Собственники и арендаторы уже с удовольствием распаковывают коробки и заселяются в недавно сданный объект. Среди них производственники, представители IT и бьюти-сферы. 4 помещения из 55 еще свободны к продаже. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, «День с толком».